Привет, ребята! Сегодня мы в Сестрорецке. За моей спиной море. Вот здесь парк. Вот дубки. И рядом с парком Дубки огромнейшая парковка, где можно оставить свою машину. На всякий случай у меня в машине даже вот что есть. Это одна доска. Вот это вот вторая доска. И вот здесь вот у меня притаился кайт. На самом деле сейчас ветра нет, не дует, поэтому просто пойдем гулять по этому городу и по пляжу этого города. Выходим на берег. На берегу вот такие вот коньки находятся. Площадка, там дальше туалет и переодевалки. Вдоль берега есть скамейки, где тоже можно присесть отдохнуть. Народу сейчас не так-то много. Сегодня не очень ветреный день, ветра не хватает даже для парафойла. Ну что, как тебе здесь? Нормально. Купаться будешь? Да. Там хорошая вода. Меня подождешь? Да. Ты вот решил в этой луже искупаться, в этой? Нет, той. А Стефан у нас первый раз на море, по-моему, да? Да. По-моему, Стефку море не интересует. Абсолютно. А меня интересует, как мы здесь на коляске проедем. Здесь даже на влажном песке не получается его катать. Достаточно прохладно, но Матвей решил пойти искупаться. Может, и я потом решусь искупаться пойти. Gracias.